Президент Союза профессиональных ритуальных агентов и эстрадный исполнитель Стас Борецкий предложил помощь с организацией похорон певицы Максим, которая госпитализирована в одной из московских больниц и находится в искусственной коме. В беседе с Фан он заявил, что готов бесплатно организовать ее похороны на одном из лучших кладбищ Москвы из любви к ее песням. «Я давно знаю певицу Максим, еще с тех пор, когда она была еще совсем молоденькая. Я в то время активно гастролировал с группой «Ленинград», и мы порой пересекались с ней на различного рода корпоративах. Искренне восхищаюсь ее творчеством и глубоко шокирован положением, в котором она оказалась. Хорошая девчонка, общались, прикалывались с ней», — вспомнил он. Свое заявление он неуместным не считает. Надо заранее думать о таких вещах, чтобы не было такого, что вот, умерла и не знают, что с ней делать. На все нужно время, и особенно это касается поиска хорошего места на кладбище. Машина ритуального бизнеса заводится долго. Со всеми нужно поговорить и договориться. Привезти индийский камень и уже начать делать постамент, чтобы к моменту похорон он был готов. Чтобы не было такого, как с Жанной Фриске, объяснил Борецкий. Добавив, что еще при жизни Иосифа Кобзона помогал с организацией его похорон.